Доброе утро, мои хорошие. У меня 6 коробок. Куча всего. И еще завтра придут еще коробки. Тут новинки одежды, спортивные костюмы. В отдельном видео покажу. Новый бюстгальтер, я вам говорила, закажу. Все 4 расцветки, которые с косточкой. Порошки. Но вот как раз-таки завтра должны привезти новые корейские порошки. Там всю линейку я заказала. 5 товаров дали заказать. Покажу вам отдельно. И вот в той распаковке как раз будут все вот эти товары для дома. И то, что у нас уже как бы... было в каталоге. А сегодня быстренько покажу только новинки. Конечно, куда же без ИСУ. Тут все было в термопленке, но мы уже с подругой протестировали. Это вторая попытка снять видео. Ко мне с ночевкой пришла подруга, и мы, как две девочки истинные, все тут хорошо посмотрели, понюхали. Без этого никак. В общем, все, что могла, заказала. Единственная линеечку B-Royal я буду заказывать с VIP-скидкой, потихонечку собирать, потому что не бюджетная. Но пока заказала только маску, оценим отдушку. Ну и в целом поглядим, посмотрим. Гидрогелевая маска, конечно. В общем, все есть. Я даже заказала 8 шариков в надежде, что мне попадутся все фигурки и все ароматы. Но мне 2 аромата зажали. Продолжу жаловаться в оставшейся части видео. Ну что, быстренько пробежимся по новинкам. Появилась миниатюрка аромата, который у нас уже, ну, наверное, год в каталоге. Аромат Шанти. Про него есть отдельный обзор, поэтому, пожалуйста, посмотрите на канале. Мне этот аромат очень нравится. Он древесно-дымный, с какими-то очень такими восточными нотками, но при этом не термоядерно, а очень приятно. Посмотрите обзор. Кстати, я заметила, что аромат за все это время настоялся, стал по насыщеннее, побогаче, и продолжаем с радостью пользоваться. Для меня это домашний аромат, я прямо на ночь могу его нанести. Очень мне нравится оформление в оригинальном флаконе, но и в миниатюре для тестирования то же самое то. Единственное, что очень быстро разобрали, очень быстро. Я вот успела, что урвать, то и получила. Масло Монарды перевыпустили, стал побольше объем. Был раньше флакончик 7 мл, по-моему 7, а сейчас 11. Вот нигде на упаковке информацию так быстро не найти. Все время она где-то на виду, но прячется. Надеюсь, вы успеваете читать. Ну, если что, нажмите на паузу. Ну, чтобы вы понимали, да, тут флакон теперь как в линейке халяль. Вот эта малютка, предыдущий вариант. Мне очень в этом масле нравится то, что оно само затекает под кутикулу. Во-первых, Монарда очень полезна и для самого ногтя, но и для кожи тоже. Очень много свойств у Монарды. Почитайте, можно это маслечко не только на ногти использовать. Очень мне нравится. Для меня это самый удобный формат. Просто капнул, все растеклось, промассировал и пошел дальше. Отдушка. Ну, где-то рядом такая, как и была. Дальше бальзамы. У меня уже их много. У меня есть практически все, что есть в Оберлик. Но я продолжаю их скупать. 100 рублей с копейкой небольшая цена за бальзам. Это из детской линейки. Ну как можно было не заказать бальзам в форме пакетика молока? Вот он такой красивый. Мы уже, конечно, все понюхали. На губы я наносила. Достаточно плотненький бальзам. Обалденно пахнет клубничкой со сливками, фрутеллой или конфетой клубника с молоком. Очень приятно пахнет. Мне нравится форма стика. Я люблю, когда стик ровный. Для меня так комфортнее. Он и питательный одновременно, но при этом он не жирный. Жирный дает легкий розовый оттенок. Если бы мне в детстве такой подарили, я бы с ним точно спала. Не расставалась бы никогда. И вот такая кисочка. Очень миленькая. Конечно, это не новинка в плане вообще всего мира декоративной косметики. Внутри у нас с вами шарик. Наносите на губы. Просто прикасайтесь и сразу верхнюю губу вы обрабатываете. Он... оттенок вообще не оставляет, в отличие от предыдущего бальзама. Тоже очень комфортный, с приятнейшей детской отдушкой, какой-то вот такой, как то ли с кокосиком, то ли с чем-то таким. Обалденно, обалденно пахнет. И в качестве подарка получить, и себя побаловать, вот так вот стоит на столике. Такая няшечка. Ну и, конечно, выпустили у нас 2 бальзама, кристалла и блески. Но уже, кстати, когда я заказывала, не все было доступно к заказу, вы посмотрите. Какой, мне так и хочется сказать, глицериновый стик. Вот он прозрачный. В мое детство были помады такие, мечта любой девочки, но у меня такого не было.
Там, получается, внутри был сухоцвет. И, кстати, и блеск для губ я вспомнила такой был. Помните? Там, по-моему, был такой шариковый аппликатор. В общем, мечта сбылась. Пахнет обалденно. Как-то нежно, но так вкусненько. Вот чем-то все напоминает детство. Он прозрачный, этот бальзам. Наносится очень тонко. Мы с подругой уже нанесли. Обе поняли, что для наших сухих губ нужно прям в несколько слоев нанести. Но это большой плюс для тех, кто не любит жирные бальзамы, не любит их ощущать, но при этом хочет, чтобы губы за губами ухаживали, чтобы не было никакой сухости. Ну, очень-очень красивое исполнение. Интересно, мы прям разглядывали. И сумочки, мне кажется, очень удобно носить. Дальше про шарики. Что хочу сказать? В каталоге написано, что у нас с вами должно быть 8 разных игрушек и 5 ароматов. Манго, гранат, банан, ежевика и фруктовый микс. При покупке двух срабатывает акционная цена. Я заказала 8 в надежде собрать коллекцию зверушек. Будет тут как киндер-сюрприз. Но мне прислали 3 банана. Вот видите, желтенькие. И пахнет действительно бананом, как в линейке бьюти-кафе. Мне прислали всего один манго. Хотя бы не прочь два. Приятная душка манго с немножко с еловой ноткой. И аж целых 3 этих мультифрукта. То есть ни граната красненького, ни фиолетовой ежевички у меня нет. И самый главный облом. Я заказывала, чтобы порадовать своих детей, а во вторник, на второй день, как мы вернулись с больничного после ротавируса, мы схватили ветрянку. Меня радует, конечно, то, что с тех пор, как мы в сентябре пошли в сад, у нас болезни не повторяются. То есть первый раз там был бронхит, потом мы вот ротавирус подцепили, теперь ветрянка. То есть весь детсадовский курс укрепления иммунитета мы прошли официально. Вот. Но теперь ребенку нельзя купаться, старший болеет, а младший еще не заразился. Ну, некрасиво, да, будет одного моешь, а другого нет. Давайте покажу вам все, потом покажу жемчужный крем для умывания, потому что его надо идти смывать. Масочка из линейки Be Royal. Тут у нас с вами чего только в этой линейке нет, ну вы почитайте на упаковке. Надеюсь, будет пахнуть приятно, но это мы будем вместе с вами тестировать и буду делиться отзывами. Но меня больше не настораживает. Я больше всего ждала гидрогелевую маску для лица, потому что я очень люблю гидрогелевые маски. Это как огромный патч на ваше лицо. Все те гидрогелевые маски, которые я пользовалась, корейские, привезенные из Кореи, они были из двух частей. Надеюсь, тут будет так же. Ощущения абсолютно другие. Я вот тканевые маски, ну так, попробовал и забыл. Но вот гидрогелевую маску я готова себе в качестве баловства раз в неделю позволять. Так что для меня это прям радостное прибавление. И тоже не заказывала, сразу не было доступно, но это, по-моему, новинка текущего каталога, все-таки текущего. Грелки для ног самонагревающиеся и грелки для рук. Мы уже с подругой распаковали те, которые для ног. Вот, посмотрите информацию, состав у них одинаковый. Все достаточно просто. Внутри, давайте, для ног-то я вам так покажу. Внутри пакет. Грелки эти одноразовые, но указано, что время работы до 10 часов. Они нагреваются за счет, так вот тут в составе порошок железа, первый компонент, за счет столкновения с кислородом, взаимодействия с кислородом. Поэтому после того, как вы упаковку открыли, процесс начался. Тут две грелки для рук, я их оставила действительно для выхода на улицу, чтобы в карманах руки согреть. Это абсолютно никакая не инновация Faberlic. Уже давно это продается на азиатских рынках, давно это у блогеров видела в таких маленьких магазинчиках, где-то на улице, на остановке. Ну вот покажу вам, как выглядит пластырь, который для ног. Тут указано, что вскроете упаковку непосредственно перед применением, грелки активируют тепло и начинают нагреваться при контакте с воздухом. Достаньте грелки из индивидуальной упаковки, снимите защитную пленку, приклейте грелки к стельке в носовой части обуви. Тут действительно у грелки убирается носик. Но я-то взяла, чтобы проэкспериментировать. Но на самом деле грелки эти я дам бабуле, потому что у нее ноги мерзнут, чтобы она могла в носочки складывать. Уж мы эту грелку и мяли, и что только с ней не делали. Одна сейчас у меня в носке. И я могу сказать, что вот это, как то ли моя нога привыкла, то ли что, но вот это ощущается чуть-чуть горячее. Возможно, потому что та, которая уже плотно у ноги, она не так контактирует с кислородом, как эта. Но могу сказать, что она разогревается достаточно сильно, и причем она постепенно разогревается, она становится все горячее, горячее и горячее. И я предполагаю, что на улице этот эффект будет очень заметен. И вы представляете, если она греет 10 часов, значит, вы это из дома, выходя в обувь, положили, и до конца, если кто-то, например, работает на улице,
На холоде это вообще же спасение, согласитесь. Я вот человек мерзяк. Вы посмотрите, какой бальзам. Он как будто бы ярче и ярче на руки становится. Это вот этот, который такой вот безобидный в виде упаковочки молока. Он как будто бы становится ярче и ярче. В общем, действительно, эти стельки, не стелечки, ну, полустелечка, да, под носок подкладывается, действительно разогреваются, причем сильнее и сильнее. Эффект классный, я считаю. Ну и последнее, что хочу вам показать. Жемчужный крем для умывания. Линейка Айсюл моя самая любимая. Всегда во всех рекомендациях обязательно есть как минимум очищение с этой линейкой. Но вообще я люблю ее целиком, кроме геля алоэ. На него моя кожа реагирует. Сразу скажу, да, он пришел в пленке. Мы эту пленку уже все прошуршали, убирали. Пришел также он запаянный. Тут была такая наклеечка защитная. И произведено в Китае. Уже, мне кажется, никого не удивить. Кому нужен состав? Я просто сразу поняла по термопленке, что это Китай. Потому что именно с Китая приходит все очень хорошо запакованное. Сам гель просто поражает воображение. Вы посмотрите, он сейчас разноситься будет как блестючий-блестючий хайлайтер. Это такой плотный гель. Мы тут с подругой нюхали, решали, чем он пахнет. Сначала показалось цитрусами. Потом в какой-то момент мне показалось, что пахнет чаем с лимоном. А потом я поняла, что еще мне пахнет чайным грибом, который вот в банке растили. Я очень любила этот напиток. И вот мне почему-то немножко отдает им. Но, конечно, больше пахнет именно вот чаем с лимоном. Прям черный чай с лимоном. Даже бывают такие, продаются готовые напитки. В общем, это такой перламутровый гель. Он не сильно пенится, но кожу он отлично очищает. Нет ощущения после него сухости, стянутости. Конечно, будет дополнительный обзор. Сейчас просто хочу показать вам новиночки, которые пришли. Но не забывайте, что завтра я получу новую линейку корейскую для ухода за одеждой, за квартирой, за посудой. В общем, все вам покажу. Тоже протестируем ароматы. Радуют цены. Цены будут такие же, как на обычную нашу линейку. Упаковки просто, судя по фотографиям, просто бомбические. Но это все будет завтра вместе с распаковкой тех 6 огромных коробок. В отдельном видео вынесу бюстгальтеры. В отдельное видео вынесу спортивную одежду. Сразу скажу, штаны коротковатые. У меня рост 1,74 м. И еще у меня из 1,74 м метр это ноги. Поэтому для меня штанишки мягенькие, чуть-чуть такие в петелечку, как будто бы утепленные, но короткие. Вот, поэтому все в отдельных видео покажу. Но на этом все. Напоминаю, что под каждым моим видео есть моя персональная реферальная ссылка, проходя по которой вы получаете мой номер телефона и возможность задавать мне вопросы напрямую. В компании Faberlic нельзя зарегистрироваться напрямую под компанию. В любом случае у вас будет наставник. Но если вы проходите по реферальной ссылке блогера, вы хотя бы видите, что это за человек, вы по его каналу можете понять, какой информацией он обладает, да, как много продукции он перепробовал. Если вы регистрируетесь через Google или напрямую на сайте, тогда уже наставника для вас выбирает система. Все-таки лучше знать, к кому регистрируешься. Со своей стороны, я гарантирую, что никогда никому не звоню. Никогда. Я только пишу вам приветственное сообщение, в котором вы найдете ссылку для скачивания приложения, потому что все-таки в приложении удобнее делать заказы. Вы получаете информацию о подарке, который вам положен, потому что в Faberlic каждый каталог есть какие-то подарки новичкам. Еще есть стартовая программа, но об этом, обо всем вы узнаете после регистрации. Кстати, да, когда вы переходите по ссылке, вам открывается баннер, где вам сообщают, какой подарок вам положат, потому что он из каталога в каталог меняется, а ссылка одна, рабочая на все века и для всех стран. Поэтому неважно, в какое время вы регистрируетесь, ссылка будет рабочая. Единственное, конечно, отличается. Для России минимальный заказ, чтобы сработала скидка 20%, это 1000 рублей. Если мы говорим про Казахстан, это будет 5000 рублей. То есть пропорционально соотношению наших валют. Но для подарка заказ должен быть на 1500 в ценах каталога. С вашей скидкой это 1200. Но это я вам обязательно все расскажу. Не переживайте, паспортные данные от вас не понадобятся. Никто не будет заставлять вас делать заказы, приставать к вам. Даже если вы не сделаете ни одного заказа, вас просто удалят и все. Заказывать удобно, как в маркетплейсах, зашли в приложение, выбрали товар, выбрали точку доставки, их огромное количество, товар получили. Ну и самое главное, помните, отличие Faberlic все-таки значительное отличие именно для покупателя, который заметят покупателей. Faberlic
очень клиентоориентированная компания. Если вдруг что-то произошло при доставке, что-то не понравилось, вот у нас выходила тушь Black Crystal, не всем понравилось, люди возвращали, компания без вопросов возвращала деньги. Это не как Wildberries, вам что-то пришло или в Озон, да, вы пишете претензию, вам говорят, мы следим за качеством на наших складах, у нас все на складе точно при вас нормально, и все. И ни о каком возврате денег речи не идет. Нет, Faberlic все абсолютно быстро, лояльно, четко, всегда помогут, всегда подскажут. Одежду можно брать на примерку бесплатно, можно примерять прямо в пункте выдачи, чтобы заранее ее не оплачивать. Ну, об этих всех тонкостях, конечно, расскажет вам ваш наставник. Но в целом знайте, что регистрироваться безопасно, не страшно и очень даже интересно делать заказы и потом что-то новенькое для себя пробовать. Ну а на этом точно все. Спасибо всем большое за внимание и до встречи в новых видео. Всем пока-пока!